eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, всем привет, господа, доброго времени суток, уток и вообще, что у вас там находится, я даже не знаю, с вами Слэм, и этот вечер мы проведем вместе, да-да-да, но не со мной, вернее, не только со мной, я всего лишь комментирую для вас сегодня, и Virtus.pro Team LDLC, первый матч сегодняшнего вечера, и он обещает быть очень-очень красочным. Сразу спешу заметить, друзья, что вот параллельно играется встреча Ашер Фнатик на Фнатик Лиге, мы Фнатик Лигу комментируем, на сегодня... Судья Фнатик Лиги что-то психанул и поставил матчи на наше расписание, хотя никто не хотел. Все хотели, чтобы мы посмотрели все на SL TV, но в итоге... Сегодня я на матчах Старладера. Параллельно матч будет сыгран у Фнатика Ашер на Фнатик Лиге, ну и приоритет, соответственно, Старладер для меня, для вас не знаю как. Так, ну, сайдпик за Virtus.pro, собственно говоря, это уже хорошие новости для нас, для всех, так как именно эти парни сейчас... И будут, ну, я не знаю, они здесь будут защищать свои, наверное, позиции. Вот команда LDLC, которая, кстати, сегодня... Составы на ваших экранах вот обоих коллективов. LDLC, Happy, Uzi, Маньяк, Apex, Kyoli, Neo, Tasa, Pash, Snacks, Белый представляют Virtus.pro. Чемпионы Катовицы у себя дома потащили парни. Ну, мы видели, наверное, все эту игру. Вообще безумная просто серия матчей от ВП, разгром для всех оппонентов Катовицы. Но матчи Старладера продолжаются, и здесь соперники всегда непредсказуемы, тем более французская команда. Прикол. Первый прикол, который, наверное, стоит сразу рассказать, да, это французы, которые, тем не менее, нас интересуют. Все еще интересуют. Смотрим на Квикли, который попадает по Снексу, но... Ну, он же Кьёли, да? Какой расклад вообще про него можно сказать? Этот парень провал, просто господин провал. Он не смог сыграть на лане достойно своих результатов в интернете. Он не смог защитить себя полностью. Реально, у него статистика была просто печальная за этот чемпионат. Я прокатовился. И вот в интернете, конечно, LDLC немножко могут быть посильнее. И сейчас как бы поднапрячь поляков. Но мне почему-то все-таки кажется, что вряд ли поляки после такой победы будут уступать LDLC, когда прекрасно видели эту команду на лане, и они были не в хорошей форме, а в очень плохой. Так что давайте смотреть. Ну, первая пистолетка уже за LDLC, вы это видели. Это директор вам, в принципе, все показал, и я сейчас попробую чатик нас оживить. Слэмчик, здорово, здорово. Все в комнате, слоу-мод, и, в общем... Смотрим за зрелищем. Сегодня вообще у нас серия матчей, друзья. Вот первая встреча Virtus.pro LDLC. Далее Mousesport сразятся с Miami Gaming. И на десерт у нас Alternate Attacks против Clan Mystic. Целых три встречи. Завтра для вас будет уже комментировать Strike. Я отправляюсь на энное количество дней. Не знаю, сколько в Россию. И покину студию Starladder на время. Strike прокомментирует для вас Fragbite Masters. И... так, Снекс, Белый, опачки, разворот от Virtus.pro под Б не дали сыграть медленно. Ну, давайте смотреть, вот Квикли сейчас, так, Apex, автодиректор показывает Apex, и тот идет на мид, где, в принципе, все это стадо стоит в перекрестном огне, правда, но на выпад будут играть поляки, по-моему, и опасная главка сейчас будет у LDLC, могут просто слиться в секунду. Ну, и выпадающий левый минус, нет, не было минуса, Тас в этот момент, посмотрите, обошел по коврам, подобрал девайс. И тут просто привет, парни, я из Польши. В общем, польская команда сейчас отымела на пистолетах коллектив LDLC. И все-таки, по-моему, внутриигрового авторитета такого французы не сохранили, раз такая фигня уже на пистолетном раунде разворачивается. Это
заявка определенная. 1-1 начало третьего раунда. И давайте смотреть за игроками французского коллектива, которые либо сейчас попробуют как-то связать свое поведение и дать ответку, либо, не знаю, раскрепостить свое поведение, да, на карте, не вести себя зажатыми, как на первом девайсном, дать ответку и напрячь как-то польскую команду, а то... И поляки, кстати, не пушат. Вот что самое интересное, Дуга, конечно, занимается. Все то же самое, вот мы став еще на матче на Винип обсуждали польскую игру, и вот впечатления были такие, что действительно масс-агрессив от польской команды — это жесть. LDLC, грамотная флешка и удачная, в принципе. Ой-ой-ой, Кевин Вернелл, он же Узи убивает, дает минус 2 с 15. Этот парень вообще никого убить не мог в последнее время, а тут вдруг собрался. Загоняют белого, тоже в размене, 4 в 2 ситуация, но два игрока красных, два девайса всего на руках у банды из Франции. Так, LDLC ставят бомбу, бомба в пленте, граната. Ничего, в принципе, не сделано, он пытается играть 15. Снекс его прикрывает. Ну, у поляков такие вот веселые... Не то, что веселые, скучные позиции. Экшена здесь будет мало, но если кто-то сейчас будет переться, то это определенно на руку. Ну вот, Квикли сразу запирает Снекса. Я буду считать сегодня его фраги 4-1. Ну, спокойно взял, добил. Все, остается Нео, кубский сейвит. Ну и, в общем-то, у него сейв, наверное, будет... Ну, продуктивно. Одного забрал, смотрим, второго нет. Ушел от всех. И от дедушки ушел, и от игроков LDLC ушел. 2-1, французы начинают хреново, но, как видим, после второго раунда ситуация меняется, и они показывают, что ошиблись, но готовы продолжать действовать стабильно. Вот Virtus Pro сейчас в раздумьях. Девайс Нео засейвил. Есть 3 CZ. Ого! 3 CZ-шки и снова ВП на стадии «Угадай, куда пошли французы». Так, ну, звено из 3 игроков французской команды на 4-м раунде, как видим, выходят сразу на дугу, понимая, что опасные позиции, вот именно сама дуга, она вообще опасная по факту, и вот LDLC решают ее занимать сразу. Это говорит о том, что они не хотят изначальных проблем, и вот львиная доля карты пока что за LDLC. Ошибается Нео, теряет свой девайс Virtus Pro, и... Ну вот уверенная игра просто от Квикли. Вообще, ну никак не назвать. Вы видели сейчас, как разыграл француз главочку. Два игрока спокойно упали, хотя могли зафокусить его, выходя на перекрестный огонь. Ну и если посмотреть, то вот здесь у нас вообще никого. Поэтому пора идти ставить бомбу. Таз забрал девайс, Некс ждет двадцатку. Но тут уже пусто, понимают сейчас ВП, что... Эх. Давайте сейвить. Под аплантом, кстати, остался Апекс, и я жду сейчас, сможет ли этот парень... Ой-ой-ой, опять что-то у нас произошло непонятное с платой. Так, секунду. Не работает она почему-то. Я не знаю, в чем здесь дело. Так, вот, все нормально. Просто включил меню. В общем, 1-2, бомба Б, девайс убили. Снекс последний. Давайте смотреть, как будет отбиваться этот здоровяк. На самом деле, очень здоровый, большой такой игрок, я вам скажу. Самый... Не, просто человек-стена. Так, 1-3. Два раунда преимущества за LDLC. И французам нужно сейчас как-то выбираться. Выбираться на пределы лузового минимума. Вообще, с карты Inferno французских команд всегда было все более-менее ровно, нормально. Ну, вот те же Титаны играют ее очень уверенно. Клан Мистик вполне неплохо. LDLC вроде тоже, но... глядя на то, как... Глядя просто на результаты Катовицы, кажется, что LDLC это какая-то... Я не знаю, вот такое ощущение, что играют... Там играет 5 игроков из Франции, это вся команда Титан. Просто все меняют теги, меняют стимы. Вот такое впечатление у меня, когда ты смотришь матч LDLC в интернете, сравнивая с Ланом, и понимаешь то, что... И ведь не поним... и мы не понимаем, где подвох. Вот я не понимаю, где подвох. Почему на Лане такой ужас? Почему в интернете все так прекрасно? Так, педантичный Хэппи пытался здесь раскурить сейчас, как видим, цемент. Накидал гранат, не убил хелпу. Чувак даже не за стенкой сидел. Ладно, LDLC готовит главку. Поляки готовы встретить шквальным огнем. С ЦЗ-шек Пашу уже готов сыграть нестандартно. И воу-воу-воу-воу, Пахан, посмотри, что творит. И он просто пробегает через дым, через все это дело. Забирает АКМ. Игроки атаки испугались его, испугались дыма. Отошли обратно на центр. Паша контрит вообще весь мир. Спокойно забирает полтора, бежит на 15, думает, что там кто-то прошел. Маньяк выходит с двадцатки, Паша готов продолжить свое...
продолжить защиту Аплента. На этот раз уже с французским трофеем. На помощь приходит Таз. Аркадий Ковры задавил маньяка, который, роль которого была именно уничтожить Павлика. И Павлик, Паша, ну просто великолепно играет в этом раунде. Минус 4. И французы даже не поняли, вот не успели понять, что произошло. Как такое вообще получилось? Как же все-таки Паша сейчас поиздевался над командой LDLC. Ой, как серьезно. Ой, как серьезно. Вам как здоровье, все в порядке. Все в порядке. Очень-очень. Продолжаем смотреть за этим матчем. Так, ну вот LDLC, конечно, качели сейчас делают с поляками. Видно, что бороться могут, но как-то тяжело. Квикли, минус дуга, минус два дуга от Кьёли, отлично. Убивает аркаду, убивает тачку, и, по-моему, сейчас будет фрибэ. Да, ну, скорее всего, француз думает, что это фрибэ, в итоге залетает Квикли, сразу получает, бедняга. Паша вовремя успел на помощь, и LDLC, по-моему, все-таки... Ну вот опять та же самая схема у них атаки, они пытаются просто выйти везде, выйти на Б. В итоге это приводит просто к тому, что... Оп, 15, смотрите, 15 звено все-таки прошло. Я думал, не пройдет, но проходит белый. Надо принимать хилпы, бомба падает на КТ, еще один игрок на КТ. Таз его убивает, и есть инфа о бомбе у Таза. В тупиковую ситуацию попадает Хэппи. Но вот LDLC надо было все-таки, имея такой запас времени, отходить на мидло, не бежать через КТ респаун, спасать жизнь Хэппи, потому что за что боролись, тем упоролись, как видим. Игроки команды Virtus.pro просто успели зайти в спину. Вернее, Таз успел зайти в спину. Красный Хэппи из дыма. Но тут уже не будет очковая Кобра Стайл. И совершенно уверенный, спокойный фраг от Таза. 3-3. Ну вот продолжится ли качели, сейчас увидим. Непонятно пока действует LDLC. Опять же, непонятно, чего принимается такое решение. Заходить... Вот играть такую опасную схему, заходить на 15, пытаться пройти КТ, когда есть твой игрок на Б. Но игрок на Б не сделал вообще ни хрена. Он не убил ни хилпу. Он не зашел даже практически в пустой плен. Ну, Пашу забрали, да, в той ситуации. Но... Как бы сплит игроки, которые зашли с 15, у них был один в спине. Ой, тут зашел Снэк сейчас. Ну, Тапикс будет пытаться с этим ОВП что-то делать. Еще свечается с бомбой, как видим. Ну, вообще безумие какое-то. В общем, лучше бы ушли мидл, тогда раунд бы достался. В итоге самоуверенные действия вот привели просто к перевороту ситуации. Но то ли еще будет, сказали LDLC, проиграв эко. 4-3, восьмой раунд первой половины. И сейчас коллектив должен реально набраться смелости и попытаться забрать свои 6, не знаю, раундов в первой половине. Ну, тут они просто не нужны для интриги, они нужны и необходимы. А Team LDLC после провала в Катовице просто необходимо сейчас глоток. Нужна просто свежая победа хотя бы в интернете, чтобы команда хоть как-то порадовалась своим результатом. Так, ну тут интересные гранаты. Вот на тайминг сейчас белого поймали гранатой на 40 хп. На 32, если быть точным. Так, ну что ж, LDLC, что будут делать? Давайте смотреть. Пока игра полтора. Узи, Яма, Нео, поджал дугу. У поляков на самом деле все как было, так и осталось, кроме смерти Паши, конечно, здесь. Мало что поменялось в защите. Так, вот только где умер Пахан, нам интересно. Дом, походу, да? Да, вот он, Паша. Присел отдохнуть. Ого, Паша просто. Вот туда бы еще портрет Пушкина, и все. И можно было бы... Скриншот, я сказал. Вот так вот. Так, Нео. Примет ли сейчас Б, непонятно. Играет на чек, но он понял, что, скорее всего, так. Не, он, смотрите, хочет жарить. Хочет жарить французов, будет запускать. Эх, пошли, ребята! И Нео выходит сразу. Ну, молотовом все тушится, но Нео проигрывает перестрелку. Только потому, что заволновался, скорее всего. Ну, пытается перехватить инициативу Снэкс. Врывается на кафель, но без шансов для него. Численное преимущество катастрофическое. Игра на пленте на этой бомбе уже не оставляет сомнения. В раунде, который достанется LDLC. 4-4. Вот так вот. В общем, качели будут продолжаться из раунда в раунд, как я понимаю. И это, несомненно, не самый приятный расклад для
ВП. Но ВП засейвит, и у них все будет, по-моему, в порядке. Вообще, Virtus.pro самая, наверное, теперь уж точно самая титулованная команда в мире Counter-Strike, как я понимаю. Сколько времени прошло. Сегодня, кстати, еще интересная встреча есть на ESEA, Invite Season 16-м там. Весьма веселый поворот событий. Вот через 36 минут Титана будет играть с Клан Мистик. Но мы будем смотреть с вами матч Miami Sports. На матче Miami Sports также будут наши коллеги с Ефрага и Слива. С 99 Damage. И у Miami появляется реальный шанс. Miami Sports команда, которая присела. Пуш дуга. Смотрим. Не вышло. Не вышло забежать у Узи и застать врасплох тачку. Блестяще сыграл Нео, и давайте, наверное, обратим внимание на действия LDLC. Ну вот сейчас они опять, видите, пытаются опять все больше и больше контактировать, когда нужно либо было занимать сразу упор и тачку. Ну, квикли. Ну вот сейчас ничего, если у него... Ну все, Снэкс, террорист, просто... Ну я не знаю, вот лучшая защита — это нападение. Снэкс сейчас это доказал спокойно, с берданкой вышел, запушил, убил, ему накидали флешек. Ого! Ого! По минус 80 дэмэджа каждому игроку попадает. Не, минус 50. На модельку посмотрел, была такая краснющая, что просто жесть. Ну посмотрите, с дробовиком ворвался, дал ему парни там двое. И поляки, просто оставаясь 2-2 по плантам, все-таки дают этот фрифраг на Б. И... Ну вот двойка, которая смотрела дугу, отлично, шла до конца. Вот парни, которые играли в LDLC на, по-моему, просто наложили в штаны. Сейчас пытаются выйти в бицепса, который вообще никуда никого не пустит. Ну, отличное решение. Дай-ка дым на флешку в ноги. Ну, понимает сейчас маньяк, что Паша, скорее всего, именно там. О-хо-хо-хо-хо, веселится маньяк. Не, нормально обдурил под дым, конечно. Вот он читает сейчас игру, чувствовал позицию Паши, знает, что игрок есть, наверное, в пленте. Но это, по-моему, все. Это 5-4, и поляки снова впереди. А вот экономика команды LDLC все еще пока что в тонусе. Смотрим, 2-9 только вот присутствует Узи. Остальные игроки готовы закупиться. И французы принимают решение не играть хреновый бай, решают все-таки подождать и потерпеть. Ну, вот после прошлого раунда уже было видно, что как-то LDLC потеряли нить к игре. Перестали чувствовать действительно, что необходимо в раундах против Virtus.pro. И как же стоит все-таки себя вести с ними. Ну, может, сейчас выдохнут. Правда, тачка. Опа, привет. Привет, братан. Свободный фраг сидит, халявный, но яма... Ну, вот с ямы прикрыли. Вообще, вот на этой карте есть одна особенность для тех, кто, наверное, играет в командах, знают, да, у кого в командах отработано это, то есть у средних команд, там, у аматоров даже это есть, да. На этой карте идеально можно под вот дымок на бочку заходить на полтора и стричь тупо всех, кто выходит со второго мидла. И вам ничего не сможет сделать яма, если у вас хотя бы один игрок будет стоять, ваш тиммейт будет стоять вот здесь и просто туда стрелять. А если это будет АВП, то вообще просто борода. Но в любом случае вы вдвоем на миде. Один свободный фраг, второй мид и закрытие ямы, если кто-то попытается в дым выйти и разменять. Но это же риск. Риск идти в дым. И поляки вот такими вещами любят заниматься. Это мы на Кавкат-Поскатовице усвоили и сейчас, наверное, будут продолжать. Но здесь численное преимущество. На 10-м раунде. LDLC 35 секунд. Они самые сложные для французской команды. Выход на... Оу! Оу-оу-оу! Такой фраг на 20 от Хэппи. Забрал белого. И один на один маньяк остается вместе с Нео, которому все-таки позволили сыграть мидл. Маньяк вообще не торопится никуда. Не видит Кубский. Вот это швейцарец. Точен как часы и четок как часы. Нет слов. Без девайса маньяк забирает этот раунд 5-5. Вот это LDLC. Вот это, говорится, эко. Эко. Идеальный эко от французов. И Virtus.pro сейчас завидуют их стилю игры в интернете. Но это был интернет. Так. Квартиру поставил на ВП, кто-то в чате написал. Ну зря, зря, я бы не стал рисковать. На самом деле в этой встрече было бы приятно поставить на LDLC, если честно. Ну вы, наверное, сами понимаете почему. Потому что в интернете они реально играют очень офигенно. Мы с вами имели шанс наслаждаться их игрой. Вот таких парней, как Квикли. В прошлых сезонах Star Series, Star Ladder и вообще. Ну и, соответственно, мы с вами, наверное, должны понимать, что... Как бы эта команда в интернете реально играет лучше, чем на лане после Катовиц. Но группа, конечно, была у них тоже не самая... Не самая слабая, так что... Выводы, в общем-то, на их совести будут лежать. Ну, по неподтвержденной информации, опять же, есть инфа о том, что на французской сцене... Так, все, нет, давайте посмотрим, что там с Нео.
который уже играет просто как Нео. Нео, вау, хедшот почти сейчас был в квикле. Попытка размена, Снэкс есть, кафель поймали. Смотрим на Пашу, он может вообще перевернуть сейчас весь исход раунда. И забирает выход в бор от Апекса. Катушки падают, квикли красный. Хэппи, хэппи, хэппи. Вся надежда на хэппи у команды из Франции. Он еще и бомб кэрри забирает Пашу. Пытаются выйти Virtus.pro в перекрестный огонь. И посмотрите, с хелпы залетает такая неблагодарная шара. Квикли остается с тремя хелсами. Скорее всего, вот драка за Б3 от Нео, наверное, по инфе прошлась к тазу. И сейчас понимает Войтас, что парень-то красный. И вот оно чем заканчивается. Вот если это... Вот мне бы сейчас было интересно понять, была ли инфа. Вообще, я смотрел поп-стримы. Ну, я, так как мне не разрешили комментить EMS, да, и тупо сказали, хоть одна попытка бан Твича, я решил, что буду просто смотреть поп-стримы, которые были. И вот самый главный прикол, что в поп-стримах, как бы, я польского не знаю, но когда я слушал, как играет польская команда, это реально было понятно, что они... Ну, вот у них... Я даже не знаю, как это назвать. Какой-то прямо супер-ультра-контроль. Все на характере. Четко проходит инфа. И нет, знаете, там какого-то бла-бла-блакания. Никто не орет. Не, ну кричали, конечно, но... Он такой. Польские журналисты, между прочим, общались. Я вот не помню, где читал, но прочитал эту инфу. Они общались с ВП и... И реально катастрофическую работу проделали. Весь топ знал, что эти парни сейчас настолько опасны, что... Слов нету. Так, ну что, 6-5 раунд за ВП, и давайте смотреть, что, чем ответит LDLC после такого переворота. Короче, вся первая половина в качелях. То ли у французов атака настолько сильна, что пистолеты им поддавались, а девайсные не брались, то ли Virtus.pro сдают деф намеренно. Так, ну, выход под моменталку в упор. Ой, там сейчас будет замес, наверное, просто царский. Ну, так вот. Просто всех на ноге спокойно собирают, и никто никому не дает, ну, кроме Квикли, убить. Ну, давайте смотреть статистику и сравнивать с LAN-результатами. Квикли, Team LDLC, 14 на 8, 9 на 7, Маньяк, Апекс, 6 на 10, 5 на 8, Хэппи, Узи, 5 на 10, и Квикли уже 14 на 8. Ну, он, наверное, ну, я не знаю, самым, наверное, суровым онлайнером называть будут именно его. Онлайн-открытие года, несомненно, это он. Пинг 37, 28, 40, 26, 57. Неплохой. Неплохой для LDLC. А вот у Virtus.pro 73 пинг снекса меня пугает, у остальных у всех ровненько. И обратите внимание, что статистика по звеньям, даже если посмотреть, то она очень-очень ровная. Есть агрессор и четкий фрагер на, это белый, да. И Нео играет в защиту Б-плента. Остальные игроки выполняют вторые роли, но у поляков, как у любой другой славянской команды. Ну, в данном случае я, наверное, просто скажу поляки, потому что именно они являются основателями, на мой взгляд, законодателями такого более парного стиля. Вот они играть любят парно. И вот, например, связка таз белый сначала меня она как-то беспокоила, но сейчас я вполне уверен, что... Ну, статистика показывает то, что белый разменивает. Опасная точка берется на чек, белому нужно просто убивать. Так, ну тут решили двоих сразу забрить дымом. Пошел второй дым, и все. Сидите в песках, ребята, сказали в Team LDLC. Ну и тут так было. Белый забирает Квикли. Ну, опасного онлайнера. Забрали ТАСС! Эх, ТАСС! Вот это разворот. Ну, надежда остается. И умирает последний. Это будет маньяк у LDLC. Сможет ли он справиться с выбиванием против трех? Неясно. Ну, дальнюю позицию убивает. В упоре, конечно, уже белый в режиме анти... Я не знаю, анти-Франс, анти-LDLC спокойно, уверен, работает. И счет становится 8-5. Но у французов есть узовый минимум. Будем смотреть, сколько смогут взять при том, что могут быть траблы. Ну, главная проблема то, что ВП поймали, по-моему, свою игру. А вот по LDLC пока не скажешь. Об этом свидетельствуют качельные раунды. Я за них немножко начинаю переживать. Они могут просто сейчас взять и пойти петь русские песни, смотреть русские фильмы. И вообще. Так, ну вот у нас пока эко на эко. Паша Бицепс показывает. Ну вот Паша с АВП реально как это его игра. Вот у Паши в жизни есть бицепс. В игре у него тоже есть бицепс. И вот он сейчас этим бицепсом будет показывать французам, где качался.
Вообще меня вот очень умиляет, на самом деле, сейчас действия французов. Я не понимаю просто, что они пытаются добиться от ситка. Последние они по одному пошли на... Ну ладно, главочка 20-15 занимается. Паша мажет Савика. Снекс не ответил. Французская команда думает. Все-таки решают разыграть дом. Нет, отходят. Оставляют в доме маньяка. Он попытается отвлечь внимание один на себя. Но в этот момент играет дуга, перетянувшиеся туда игроки. LDLC встречают Нео. Вернее, Нео встречает их. Размен от Квикли. Все, пошла на Б. Пошла на Б. Атака. Смотрим на Пашу. Не успевает занять позицию. Контр. Выпад делать, по-моему, бессмысленно. Но Паша идет рисковать. Не знают о том, что ВП уже переместилось. Знают о стяжке. В любом случае, давайте смотреть, чем закончится. Бомба стоит под дугу. Паша чекает плент. Не боясь, Б3 выходит на чек. Вырубает. Вырубает Паша вообще с плеча. Помогает ТАСС. Кафель заход. Хэппи 1 в 2. Ну и понимают поляки, что это Б, скорее всего, и дуга. В итоге Хэппи идет в дым. Ну, не знаю, что он хочет добиться здесь. Ну, просто уходит. Просто уходит. Нет, сидит на тележке. Даже не стал стрелять. Ну вот, единственный шанс в такой ситуации убить диффузера, это если вы навелись на бомбу, сели, кинули под себя дым, и тогда вы точно его убиваете из дыма, как, я не знаю, как Нуб Сейбот в Mortal Kombat. Но в любом случае тут этого не произошло. Ну, бай на последний раунд хотя бы есть благодаря именно этой бомбе у LDLC. Давайте смотреть, как будут развиваться события. В последнем раунде обычно команда должна показывать свой максимум, а для LDLC, так как они аутсайдеры первой половины, этот максимум показать необходимо. Последний раунд команда должна выигрывать. У поляков 9. 9 этого достаточно для защиты. Они хотят 10, но вот у LDLC должна включиться эта штучка неугомонная. И 6 очко просто необходимо, но вот планы, конечно, были неплохие. Тут поляки немножко сглупили на пятнахе. И 2-2, двоих не забрали в нашару, но в итоге Снекс уходит и дает выпад под флеш. Лапка падает, поджим дуги, Нео, реакция, испалил УЗИ, вот это жесть, 3 в 2 остаются французы. Хэппи пытается биться, отрезает Нео, Кубский ошибается, играет крайне агрессивно и неосторожно. Даже не пытаясь уйти, остается в сене, получает заслуженный хедшот. ТАСС, посмотрим, успеет ли прийти на помощь вовремя. 1-1 по плентам остается польская команда, и ТАСС... Ну вот, не заштрафил никого. Красный Апекс не пошел. После такого дыма все, надо уже идти выбивать. Но, скорее всего, французы смогут закрыть за собой раунд. Но давайте смотреть с автодиректором, потому что фраги пропускать нельзя. Выбивание будет... Да, выбивание действует с хелпы. ТАСС напрягает прострелами. Б3 падает. Апекс сдохнет. Что за жесть? Хэппи берет на себя всю ответственность до конца этого раунда. И сейчас у него есть инфа, то что... Вот единственное, что ему могло помешать, это то, что поляки бы сыграли в перекрестный огонь. Но играли два линейно. И, по-моему, Хэппи сейчас самоуверенно понадеялся. Ну, хотел убить диффузера, в итоге это был просто... Это была уловка от ТАЗа, и он ее выиграл. Good Health пишет УЗИ. Ну, половина хорошая. Половина хорошая, я даже вообще никаких претензий не имею. Но очень-очень-очень плохо прошла. Да и вообще очень плохо прошел этот раунд для LDLC. Не знаю, пистолетка решит сейчас, конечно, для них все. Вообще все. И на что надеяться, я даже не знаю. Это будет, конечно, интересно. Но мне бы хотелось борьбы. Вообще, Virtus.pro, по-моему, планирует серию... Хотя даже там не будет серии. Вообще, пистолеты здесь уже решают все для LDLC. Мне просто непонятно. Вот просто поляки, они уже стали увереннее после этой победы. И они онлайн-героев могут убивать спокойно. А французы пока показали то, что они онлайн-герои. Маньяк пишет хефе-хефе. Никак это... Ну, Нео ему ответил, все, бойтесь. Если Нео пишет хефе, это... Это явно что-то опасное. Просто несомненно. Ладно, смотрим. ВП, первая пистолетка, декой центр. 4 яма, 1 второй мидл. 4А играет команда из Франции. И декой, в принципе, сейчас так. Ну, все, Кьёли тут должен был уже сожрать. Он нормально сейчас натыкал по Нео, дал инфу, но поляки уже готовят раскидку. Французы даже нет раскидки. Смотрите, обратно пошли сразу в мидл. Эти перетягиваются, жесть. Но в любом случае 3А. И смотрим на Снекса. Его не пушили. Дом он... Вот нужно было смотреть за ним, на самом деле, слышал ли он дом. Просто если он дом слышал, то будет аккуратное занятие главки с домом. Тогда
LDLC не выбраться. Но поляки принимают решение, по-моему, сейчас заражить аплент, тупо в секунду оказаться на точке. Да, и уже 3-4 проходят на дефолт. Пошла, роняет Хэппи. Не играет тот тип, Снэк слышал. Снэк слышал ковры, поэтому нехрен было топать. Ну вот и французская песенка спета. Что я могу сказать? Раунд был вообще АБЦ. Ну, все, 11-5. Ну и со счета, наверное, там 13-5 продолжится. Продолжатся попытки команды LDLC что-то показать. Ой-ой-ой, как я, конечно, сейчас негодую по этому поводу. Время для Nescafe. Пусть теперь Nescafe заплатит мне $1 000 000 за то, что я их припиарил. Я даже не знаю. Ну что ж, а матч тем временем продолжается, и команды стараются... Так, Apex. Не, ну и не исключено то, что сейчас французская команда зеркалку разыграет с пистолетами. То есть, ну, типа, они смогут взять, я считаю. Я, типа, субъективно думаю, друзья, сразу по поводу, типа, моей объективности. Я считаю, что LDLC реально могут затащить пистолеты, если для этого будут условия. Но пока ВП осторожно. Ну, видно, что уже играют не как доготовиться, и понятно, что тут все закрыто. УЗИ минус 4 в 4. Ну, пострадало нормально. Пострадал Паша, пострадал Тас, пострадал Белый. И сейчас решит все. Вот это попытка от Грейси. Просто невероятно. Ну, поляки просто сразу на второй фраг ведутся. Третий на точке маньяк. И, по-моему, да, решают зайти на Б, то, что пусто. Ну, не знаю, поверят ли сейчас ВП то, что так могли французы ошибиться и просто выйти и развалиться, как, не знаю, как деревенские какие-то ребята из команды Газмяс. Газмясочка! Опа! Нафейлили! Маньяк! Просто эпик фейл. Не убил в спину, и это 12-5. Навелся на голову, и ничего не получилось. Но это какая-то головорезина. Так, ждем камбэка от французов сейчас, и может что-то будет. Пока не ясно, что это будет и как оно будет выглядеть. Так, и по моим прогнозам, кстати, да, вот матч Ашер Фнатик, который админы Фнатик Лиги решили впилить прямо перед... Прямо на матче Старладера, чё бы нет, вообще супер просто, красавчики. Обижаюсь, просто сам не посмотрел. Но мой прогноз такой, что Фнатик выиграет, если честно. Сейчас ситуация не та, чтобы тащить с Фнатиками в интернете на чемпеза, там, с призовым фондом, который, не знаю, меньше, чем бюджет кое-какой страны. Так, ну вот сейчас будет... Да-да-да-да-да, какой! Заметили! Заметили, но убивает Апекс! Снэкс еще! Вот это ждал! Ну, тем не менее, в принципе, вот позиция Апекса вообще никак, как бы, не думаю, что напрягает кого-то, но он сейчас может зайти неплохо в спину. Не, все, его ждут. Белый минус УЗИ. Последний мид. Выходит Паша, дает инфу и даже без инфы просто забирает. 13-5 сходу берут ВП. Ждем ответа от LDLC. Будет ответка или нет, я не знаю. Но очень сильно надеюсь на то, что все-таки это произойдет. И мы увидим действительно КС. То пока это какой-то КСик детский напоминает. Competitive Gaming. Так, ну и матч продолжается на короткой ноге. В французском арсенале есть АВП от Квикли. Вот поляки знают все, чтобы не попадать на этого парня. Посмотрите, они даже не пошли главку занимать, как могли, в принципе, и с респаунами, и по таймингам. Просто решили попытаться забрать дом. В доме никого. Ну, теперь точно придется ловить Квикли. Но французы, по-моему, очень сильно сейчас переживают на вот передвижение Апекса, непонятный маньяка, флешка 20, и номер один выходит. Это Снэк сегодня. Вот так вот, зафейлил Квикли. Ну, по крайней мере, был чек, но то, что не убил, неприятно, очень неприятно. И поляки могут сейчас сыграть, в принципе, фейк очень неплохой, если раскидают... А, нет, заходят все-таки последнего на главку, ожидают принятия в упоре. Игроки, ох, ошибается Апекс. Он думал то, что все белые, увидев двух находящих за стенку. В итоге белых там не было. Квикли также сбрили. Остается маньяк. Маньяк ловит. И еще
И еще поймал чуть-чуть. И еще поймал чуть-чуть. В ленте. Чекает ковры. В коврах никого. Открывается флэн. Там белый. 4 в 1. Все. Ну, в общем, никакие LDLC сегодня. И приема оказать не смогли на плент. Но поляки тоже не банальные. Действовали абсолютно логично. Но самое главное, что вот количество дымов от польской команды позволило им оказаться в пленте и полностью изолироваться от приема. Как там Кивикли проиграл, он же Кьёли. Как он там проиграл свое ВП на 15, я даже знать не хочу. Но я думаю, вы тоже не хотите этого знать. Но тем не менее, нужно посмотреть и Gaming Bets прямо срочно. И какие же коэффициенты сегодня были представлены на эту встречу. Меня очень, вот если честно, интересует, какой же кэп все-таки дали на этих ребят. Так, ну, 1 на Virtus Pro и 5, и, ого, 5, 6, 6 дали на LDLC. Ну, то есть, по факту, если посудить, то все правильно, но учитывать нужно, наверное, что LDLC в интернете. Но они, посмотрите, сдаваться не собираются. У VP 14 LDLC делают бай, соответственно, чтобы не отдать важнейший раунд в этой половине. Может, из этого что-то получится, но мне кажется, поляки уже грызут. На его идет чекать мидл. Ну вот и все. Закрывают апекса. Мидл поджать не удалось. Короче, в неоправданную агрессию играет LDLC. Все, я вот уже по командной игре тут становится понятно, что, по-моему, слухи, которые были о том, что французская сцена испытает шок, не только слухи. Одного в плент упустил, разыграл главку, закрыл всех, все, последний. Так, 1-2 вместе с бомбой. Нео, 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 Нео. И Нео зажимает с двух сторон. Но он будет пытаться дергать Кубски. Чекается плент, маньяк, Нео в пленте. Минус маньяк, есть. Ну, железно играет Кубски. Посмотрите, 2 на картонах пытается его выкурить. Ну, на этот раз поймали, но Паша проник на Б. Если бы не бомба в руках Нео, то раунд был бы просто настолько брутальный со стороны Virtus.pro, что LDLC долго бы себе не наводили шухер на голове. Но бомба упала, и флент был вибит. Что поделать, 14-6. Посмотрим, продолжит. Ну, посмотрим, поймают ли сейчас французы свою игру. Будет ли этот головокружительный и эпичный камбэк, о котором, кстати, французское комьюнити могло только мечтать. Если честно. Virtus.pro. Игра на 4 АКМа. Французы начинают применять, по-моему, пассивную модель защиты. Кривые тайминги. Таз загрызает. Снайкс минус 20-ка. Отлично. Маньяк падает. Ну, я не знаю, как описать. Французы просто физически, по-моему, сейчас не справляются со своими задачами. Вот если бы этот матч игрался до Катовицы, то прогнозы бы на эту встречу были самые разные. Скорее всего, я уверен, там критики профессионалов все бы сказали, что LDLC могут обыграть ВП. Да, или могут хотя бы с ними побороться, тем более на Инферно. Но нестандартность действий одних и стабильность в нестандартных действиях других, вот именно это эти команды и отличают. Потому что если поляки стабильные, они это показали серией раундов еще в первой половине и во второй, кстати, посмотрите, да, как закрепили сразу после первого пистолетного, то вот в LDLC все идет с переменным успехом, но понеслась. Молотов на 20, сейчас будут падать ковры. Ну, пострелялся Апекс, понимает, что сейчас будет прицельный огонь по нему. Ну и нормально, затрезает Снекс и видит 20-ку. Но в позиции можно стреляться, попадает последней пулей, уходит от таза. Но, тем не менее, все равно вышел. Вот любопытство сгубило, вышел чекнуть, откуда же ты стреляешь. И второй упал, 2 в 2, в пленте хэппи, бомба ставится. И тут непонятный момент, но УЗИ успевает выйти в перекрестный огонь. И вместе они разбираются еще и с тазом. Хэппи дает катастрофический спрей, и поляки падают прямо в точке 14-7. Ну вот такими фишками французы всегда были... Французы всегда действовали, всегда были непредсказуемыми. Это спасало львиную долю раундов. Они выигрывали самые невероятные матчи и давали камбэки за счет этого стиля. Но Virtus.pro 14. Типа похвалили французскую команду. И каждый даже эко-раунд от Virtus.pro уже опасный. Вообще ВП могут себе тут до конца половины закупаться. Ну, сейчас, как вы видите, то, что здесь действительно эко и equipment value как бы намекает нам своим капитаническими цифрами. Ну, 1750 против 21 остается по эквелью. И это, по-моему,
Он 2 в 1. Бомб has been planted. Б-плент Паша берет под контроль. И бицеп сейчас может просто разорвать. Но идет не туда. Ну, вылетает, забирает первого. Остается 1-1. Садится дефузить просто сразу. Апекс. Забивает Пашу. Ну, чуть-чуть. Если Паша чутка раньше вышел... Не поверил Паша, что Апекс будет дефузить. Но вот Апекс сейчас сыграл очень четко. Во-первых, это нервы, это стресс. Он был уверен, он должен был, он понимал то, что сейчас самое главное забрать этот раунд. Это даст уверенность к себе. Он его забирает, француз радуется, покупает сразу вторые арморы на следующем раунде, несмотря на плохую экономику. Всем практически на все хватает, но два армора без касок, и это свободные фраги. При том, что совсем не на тех игроках. Вот Узи точно каска не повредила бы, потому что он получает ой нане, и маньяку тоже она нужна, так как это основной игрок на выбивании. Вот готовят дом. Апекс, конечно, молодец. То, что задефил. Но, с другой стороны, Тат сейчас понимает то, что ай-яй-яй. Ой, вернее, Паша, ай-яй-яй, зря как я не поверил ему. Можно было выйти и забрать раунд. Ну, поляки сейчас будут стремительно ломиться к 15 очкам. Квикли сидит на позиции в упоре, на центре, по-моему, полтора будет забирать. Но, знаете, моменталки сейчас решат все. Так, дым весьма интересно ложится. Поляки заходят 15, минус Квикли. Все, забрали. И Апекс попытается сыграть на замене. Апекс на замене, туда же Паша просто как ненормальный. Вот успокоить этого зверя. Ну, тут вон Хэппи нормально, короче. Все, французы тут очканули. Маньяк просто ловит прострелом от белого. 4 в 2, ну, 15-8. 15-8, такое в Virtus.pro не отдадут. По-моему, знаете, присутствие в российской организации команды Virtus.pro все-таки сделало немного зверями. Они, правда, озверели чуть-чуть. Такие, медведь мощный. 15-8. LDLC пока что без шансов и без попытки. Не, попытка есть, но шансов очень мало здесь ответить тем же, потому что сами понимаем, насколько все плохо в этой зарубе. Так, ну что, чек миды, и, в общем-то, у французов нет денег, 15 раундов у поляков. Вот главный минус, конечно, то, что именно к этому все и привело. Все могло быть по-другому, все могло быть иначе, но надо играть уверенно. Апекс дал команде буст по затом раунде, но вот команда не смогла проявить уверенности в том же. Ну, вы видели, как Апекс разменяли на Кьоле, это вообще жесть, при том, что тот также умер непонятно от Паши, и стрельба, конечно, польской пятерки пока... Пока говорит сама за себя, и тут даже, по-моему, никакой аналитики не надо делать, всем становится все понятно. Эх. Ну, Мощнецкий, конечно, Мощнецкий. Ну что ж, 3 в 2. 3 в 2 в решающем раунде. Virtus.pro могут сейчас забрать 16-й, встают на перекрестный огонь. И команда LDLC только-только, по-моему, одупляется и понимает то, что бомба-то стоит на Б, и это никакой был не фейк. ВП просто отошли, а мы вот просто стоим, как Наполеон, и боимся, и ждем чуда. Когда надо просто идти. Снэкс! Ну, это ГГ 16-8, и мне уже жалко французов. Но они сейчас сыграли действительно относительно своей силы. Ну что ж, первый матч на сегодня сыгран. 8-16. LDLC уступили. Печаль, конечно, что они даже не попытались вот более-менее как-то адекватно отреагировать на агрессию, на все прочее, но с этим уже ничего не поделать. Друзья, далее нас с вами ожидает встреча команды Mayhem Gaming и коллектива Mousesports. Это будет действительно интересное и эпичное зрелище. Начало матча через 10 минут, остаемся здесь, далеко не уходим. Будем смотреть, что покажут эстонские игроки, и вообще вот хочется, чтобы они уже как-то начинали, наверное, выигрывать или типа того. А то пора, взрослые ж все. Raise your hands up.